1920-е годы молоды БДУ не имел достаткова грошей, каб организовывать археологичные доследования. Але университету не браковало инших, еще больше каштовных ресурсов, талиновитых инициативных студентов и выкладчиков. Дякуючи их энтузиазму, было створено краязнаучае товариство БДУ, и оно принесло шмат корысти белорусской науцы. Осенью 1925 года студенты-краязнаўцы, будучи историк Миколай Улашчик и будучи доктор Сергей Шутов, вырашили проверить чутки об тым, что неподалек от Минску калісьці стоял замок, у яким жила княжна. Узброившись рыдлёўкамі, яны вырушили у подорожжа. На березе Свислачы, каля вёскі Панцаровщина, хлопцы убачили высокий стромкий узгорок. Замок? Не, городишча. Позднее Миколай Миколаевич Улашчик узгадывал. Земля чорная, уся перагной и адразу попадая праз ліцы, кавалки железа, кости, зерняты. Полный поспех походу. Про свое открытие студенты распавяли навуковцам Інбелкульта. У мае 1926 года сябры гісторико-археологичной комиссии Сергей Антонович Дубинский и Константин Михайлович Поликарпович распачали вывучение цікавага помника. У раскопках удзельнічалі студенты БДУ, а таксама выкладчыкі университета Митрофан Викторович Доунар-Запольский, Исаак Абрамович Сербов, Миколай Миколаевич Чакатихин. Даследаванні доўжыліся 3 гады. Вынікі прац сапраўды ўражвалі. Знаходкі сведчылі аб тым, што гарадзішча Банцараўшчына існавала на працягу доўгага часу, у жалезным веку і раннім сярэднявеччы. Сёння гэта старажытнае паселішча на слыху ўсіх археолагаў Усходняй Европы. Яно нават дало назву археалагічнай культуры. Добрый выник для первой студентской экспедиции, правда?